фестиваля совершилось. Давайте поаплодируем все-все-все. Громче, друзья! Давайте заглушим фанфары. Еще громче! Отлично, друзья! Сейчас начнется самое горячее, самое веселое, самое радостное, потому что сейчас начнутся... До этого был довольно-таки такой плотный аперитивчик. Прямо сейчас переходим к основным блюдам. Друзья, позвольте представить вашему вниманию на этой сцене Velvet Entertainment Group. Ваши аплодисменты! Громче, громче, громче! А, нет, вы пока не знаете. Вот вы сейчас их увидите. Друзья, любые мероприятия, торжества, которые только могут произойти в вашей жизни, эти ребята превратят в настоящую феерию. Velvet Entertainment Group, ваши аплодисменты! Боже мой, ангел с красными, боже мой, какие наряды, боже мой, а у парней какие наряды. Друзья, Velvet Entertainment Group, ваши аплодисменты. Ну и вслед за ними, я думаю, что кто-то из вас останется, потому что я боюсь на этой сцене находиться один в последнее время. Я хотел бы представить вашему вниманию, ребят, на песнях, в которых я вырос, а я вырос. Я вырос. А, друзья, трио-квартет, ваши аплодисменты. Где же ребята? Где же мои хорошие? Где же кумиры моего детства? Трио-квартет, я не вижу вас. Поднимайтесь на сцену, где же вы? А, глуховатые, возрастные ребята, поэтому немножко глуховаты. Вот. А ребята будут петь все в руку, да, я понимаю? Угу. А, друзья, трио-квартет, Velvet Entertainment Group, ваши аплодисменты, поехали! Добрый вечер, добрый вечер! Я вам скажу, чем вы отличаемся от других, Другие танцуют сами. Нам самим. Мы сами танцевать не можем. Поэтому можно открыть вот эти ворота и пригласить людей танцевать. Давайте танцевать все вместе. Ну что ж, поехали! Открывайте ворота, поехали! Или танцуйте прямо к нам! Давайте танцевать вместе! Мне не везет в этом так, что просто